Сынуль, вставай. Доброе утро, в школу опоздаешь. Просыпайся. В порядке, мам? Как думаешь, у него этот раз надолго? Думаю, нет. Я поговорю с ним. А толку? Он же потом опять напьется. Не напьется, ему будет стыдно и плохо после вчерашнего. И ты его опять простишь? Кирилл. А я не прощу. Если еще раз это повторится, я вызову полицию. Не надо вызывать полицию, пожалуйста. Надо просто перетерпеть этот непростой период. Нет, мам, как раньше уже не будет. Пока. Пока. Мам, у меня после школы тренировка, я буду поздно. Я поняла, хорошо. Будь осторожна, пожалуйста. Кужалова Валерия Петровна, 07.09.1980. Да, все верно. У вас здесь больно? Вот тут. Да, дышать сложно. Понятно. Ребра сломаны. Вы заявление писать будете? Какое заявление? Ну как какое? Это бы кто-то с вами сделал. Сейчас побои зафиксируем и загремит как миленький. Ничего я писать не буду. Я сама с лестницы упала. Подскользнулась и кубарем. Ну, дальше можете не продолжать. У нас каждая вторая пациентка вот с такими травмами с лестницы свалилась, каждая третья с велосипеда, а каждая пятая в ванной подскользнулась. Я прав, Нина Санна? Слушайте, неужели вы не понимаете, чем все это может закончиться? Ничего я писать не буду. Понятно. Идите на рентген, вторая дверь налево, и потом обратно к нам. Скажи мне, ты вот этого ждешь? Со мной такого не будет. Эх, Нина, Нина. На 80, хоть в космос. Прекрасно. Значит, завтра же пойду в поликлинику и попрошу закрыть пораньше больничный. Мам, куда ты торопишься? Сиди дома. Второй день без температуры всего. Нет, я в четырех стенах сидеть не хочу. Ты же знаешь, я не люблю. И потом я себя прекрасно чувствую. Ну, это хорошо. А ты? Что я? Как твои дела? Как Сергей? Нормально. Понятно.
А вот обманывать меня не нужно. Потому что я и так все вижу. И потом я чувствую, что-то происходит. Мам, я тебя прошу, я честно тебе говорю, все хорошо. Он опять пьет? Только не волнуйся. Конечно. У меня нет повода волноваться. Значит так, Ниночка, собираешь вещи и переезжаешь с Кириллом ко мне. Как? А вот так. А Сергей пусть там один побудет. Может, одумается. Мам, я хочу ему дать еще один шанс. Ради того Сергея, за которого я выходила замуж, и которому я за многое благодарна вообще-то. Ниночка, то, что он когда-то поступил в отношении тебя очень благородно, не дает ему права сейчас над тобой издеваться. Мама, это кризис, который пройдет. Это нужно просто перетерпеть. Это временно, это у всех бывает, это нормально. А как Кирилл? Ты о сыне вообще думаешь? Я о Кирилле думаю все время и в первую очередь. Ты об этом знаешь. Я тебя прошу, не надо волноваться. Я держу ситуацию под контролем. Пятьдесят семь, 58, 59. Ну, что застыл, продолжай. Я не могу. Противнику плевать на твое «не могу». Ну? Слабак. Не, не слабак. Слабак и маменькин сыночек. А сейчас я возьмусь и сделаю из тебя мужика и бойца. Лучше за себя возьмись. Нам за тебя стыдно. Что ты сейчас сказал? Встал! Это что вам стыдно, а? Это за все это вам стыдно? Я мог бы быть чемпионом мира. И всем пожертвовал. Ради вас. Я теперь тут тренирую. В том числе тебя. Щенок неблагодарный. Упор лежа принял. Раз. Два. Привет. Тренируйтесь. Молодцы. Кир, слушай, я хлеб забыла купить. Можешь сбегать. Ну, что ты слышишь, что мать сказала? Да она здесь, другая там. Бегом! И оденься нормально, там холодно. Сереж, я же тебя просила, не трогай Кирилла. Хочешь, чтобы он всю жизнь с твоей ебкой прятался? Хочу, чтобы он рос в нормальной обстановке. Без унижений и издевательств. Нет. Я его тренирую, не издеваюсь. Но только так рождаются чемпионы. Хотел стать ему настоящим отцом. Ты бы со своим сыном так вот разговаривал? Ну, не знаю. Ты же мне так никого и не родила. Ни сына, ни дочь. Хотя обещала. Или забыла? Чего я не забыла? Я хотела родить, ты же знаешь. А сейчас, значит, не хочешь, да?
просила тебя обследовать. Врач сказал, что есть проблемы не с моей стороны. Со мной все в порядке. Не слушаешь меня. Я давно вообще не слышишь. Нет, ты меня не любишь. Я никогда не любила. Как была чужой, так и осталась. Ненавижу. Говори мне все, что хочешь. Только Кирилла не трогай, или мы уйдем. Ты мне выбора не оставляешь. А ну как значит, а? То есть, пока было выгодно, ты меня использовала. И теперь бросаешь, да? Типа свободен, Серега. Как я тебя нашла? Я тебя никуда не пущу. Ты мне обязана или забыла, как мы поженились? Ты моя собственность. Что хочу с тобой, то и сделаю. А тебе не привыкать, потому что ты по жизни терпила. Только попробуй тронуть! Приедем, Сергей Викторович, в отдел, там вы мне все и расскажете. Ну, ладно. Не, ну хоть ты им скажи, а? Забирайте, забирайте. Пусть в клетке посидит, подумает. Не стыдно, а? А еще спортсмен. Выдра. Нина Александровна, вам также придется поехать с нами. Напишите заявление, освидетельствуйте побои. Оформим гражданина. Нина Александровна, за хулиганку, но у нас пробудет максимум пару часов. Он даже протрезветь не успеет. Пару часов? Мне хватит. Хватит для чего? Нина Александровна, поймите, мне бы не хотелось, чтобы в следующий раз... В следующий раз не будет. Спасибо вам. Извините за беспокойство. Ну, как знаете. До свидания. Свои самые необходимые вещи, мы уезжаем. А, мам, мы же к бабушке. Я могу велик забрать. Нет, дорогой, мы не к бабушке. Мы сегодня переночуем в одном месте. И завтра... Завтра мы переедем в другой город. Как в другой город? Как же мои тренировки? У меня областные соревнования на носу. Послушай, дорогой, у тебя будет новый клуб. В другом городе я куплю тебе велосипед. Еще лучше, чем этот. Я тебе обещаю, хорошо? Хорошо, мам. Давай, беги, собирай вещи. У нас мало времени. Давай. Так. Здравствуйте. Меня зовут Нина. Мне нужна помощь. Я не подпишу. Вячеслав Иванович. А чего это вдруг, Нина? Без предупреждения, без отработки. И вообще, у меня людей не хватает. Ты в курсе? Я знаю, я прошу прощения. У меня обстоятельства. Да-да. Вячеслав Иванович,
Ох, давайте я позже зайду. Не-не-не, Андрей Викторович, задержитесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Андрей Викторович, вы в курсе, что Нина Александровна внезапно решила покинуть наш сплоченный, но и без того маленький коллектив? Да, я знаю. Вы уезжаете, я правильно понимаю? И, значит, все в курсе, кроме руководства? У Нины Александровны очень веские причины. И очень правильно, что она приняла такое решение. Хотя мне будет с вами очень жаль расставаться, Нина Александровна. Вячеслав Иванович, подпишите. Ну, если что, я один поработаю. Спасибо вам, Андрей Викторович. Только из большого уважения к вам, Нина Александровна. Мам, ну давай быстрее, уже отправляемся. Для готовки электроплитка, а холодильник общий в конце коридора. Обстановка у нас, скажем так, спартанская, зато плата небольшая. А вот на ближайшие несколько недель крыша над головой у вас есть. Спасибо. Надеюсь, нам на дальше не понадобится. Я собираюсь устроиться на работу. Нашла несколько вакансий, буду обзванивать. Очень хорошо. Пусть вам повезет. Спасибо. Да, еще я собираюсь подавать на развод. Хотела спросить, может быть, у вас есть какие-то специалисты, не очень дорогие? Да, конечно, нас консультируют два замечательных адвоката, причем абсолютно бесплатно, на добровольных началах. А, кстати, Елена Викторовна сегодня обещала быть. Заходите ко мне в кабинет где-то часиком 5. Все ей расскажете. Спасибо вам большое. Вы в безопасности, и для нас это самое главное. Располагайтесь, отдохните с дороги. Если что, я у себя. Да, спасибо. Сынок, подожди, сейчас я... Да, Нинечка, что случилось? Да, привет, мам. Ты только не волнуйся, пожалуйста. Я ушла от Сергея. Как ушла? Куда ушла? А где Кирилл? Где вы? Кирилл со мной, все нормально, мы в безопасном месте. Почему вы не приехали ко мне? Потому что Сергей будет меня искать, и в первую очередь у тебя. Ну, искал бы, я бы его прогнала. Ты не видела, какой он сейчас? Я его сама первый раз таким видела. Доченька, я могу тебе чем-то помочь? Я сейчас же приеду, скажи, где ты? Мам, не надо, все хорошо, я буду тебя держать в курсе. Ладно, ты не переживай только. Хорошо. Давай, пока. Спасибо.
Да-да. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Нина, подождите. Я просто думала, что там адвокат. Так это и есть адвокат Олег Юрьевич Стрельцов. Проходите. Я, честно говоря, думала, что будет женщина. Елена Викторовна, к сожалению, немного приболела, но вам не нужно волноваться. Олег Юрьевич замечательный адвокат, очень компетентный и человек хороший. Я понимаю, просто я боюсь, что мне будет сложно обсуждать мои проблемы с мужчиной. Зря вы так не... Адвокаты, как и врачи, главное, профессионализм, а пол не имеет значения. Я не хотела вас обидеть. Вам не нужно извиняться, я все понимаю. Может быть, пройдете? Я это не буду вам мешать. Пойду девчонок наших проведаю. Обещаю быть максимально деликатным и не задавать лишних вопросов. Присаживайтесь. Итак, я вас слушаю. Я хочу развестись с мужем. В полицию ходили? Побои снимали? Откуда вы знаете? Нина, к сожалению, если вы обратились к нам, значит, либо муж вас бил, либо угрожал расправой. И если у вас есть свидетельство его жестокости, то вы можете претендовать на возмещение моральной и материальной компенсации. Мне ничего от него не нужно. Почему? Потому что мне нужно просто, чтобы он оставил меня в покое, все. У вас есть дети? Да, у нас есть сын. Ну, точнее, у меня есть сын. В таком случае глупо отказаться от компенсации. Если я правильно понимаю, вы остались одна на улице с сыном, без крыши над головой, без работы. Анна сказала, что вы приехали из другого города. И что? Ничего страшного, я найду работу и сниму жилье, и все постепенно устроится. Для меня самое главное, что я не буду никому ничего должна и ни от кого не буду зависеть. Нина, я очень уважаю вашу позицию, но вы ошибаетесь. Тут вопрос не только в финансах. Ваш муж совершил над вами преступление. Я должен за это ответить. В противном случае он ничего не поймет и так и останется победителем. Вы говорите о многолетних отношениях, как о пьяном дебоше в ресторане. Вы обо мне ничего не знаете. Вы правы. Но вы для этого сюда пришли. Я слушаю вас. Я не буду вам ничего рассказывать. Извините, что отняла у вас время. Нина, вы сказали, вам нужна консультация специалиста. Я профессиональный юрист, я могу вам помочь. Я дождусь, Елена Викторовна. Господи. Алла Петровна, это Сергей. Открывайте. Не стучись, Сережа. Что ты хочешь? Алла Петровна. Ну, перегнул. Каюсь. Вот. Пришел мириться. Сережа, извини. Нины здесь нет. Хочешь проверить, пожалуйста? Хорошо. Спасибо. Mm-hmm.
Ну что, убедился? Все проверил? А где она? Я не знаю. Я клянусь. Вернее, я немалого даже пальцем не тронул. Сереж, ты уже это обещал. И, кстати, пить тоже зарекался. Ну, сорвался на что-нибудь человек, а? У нас кризис отношений. Какой это кризис? Сережа, это крах. Ну, что вы лошадей гоните? Ну, пожалуйста. Ну, скажите, где Нина? Мы просто поговорим. Поговорим, она меня простит, я знаю. Я не знаю, где Нина. Если бы знала, Сережа, я бы тебе все равно не сказала. Она тебе давала шанс, ты его упустил. Все. То есть я у себя виноват, да? Ну ничего. Мы все поправим. Нинка 2-3 недели на воле хлеба побегает и вернется. Вернется как миленькая. А если не вернется, я ее сам. За волосы приволоку! Так и передай! О, Господи! Да, пожалуйста. Андрей Викторович, мы к вам. Здравствуйте. Мне нужно отъехать. Здравствуйте. Резюме есть у вас? Да, есть. Вот. Так. Это впечатляет. У вас есть опыт, желание совершенствоваться. И, тем не менее, я вынужден вам отказать. Почему? А мы ценим в сотрудниках не только профессиональные качества. Вы обратили внимание, как выглядит наш персонал? Это они все, как актеры из гламурной рекламы. Не поверите, даже уборщицы. Все лучатся позитивной энергией и светом. Потому что наши клиенты идут сюда за красотой и радостью. Они нам за это платят. А я вижу перед собой уставшую, бледную женщину с потухшими, простите, глазами. С грузом проблем за спиной. У вас вон еще и губа разбита. Пока я вас вижу только в городской поликлинике. Поэтому извините, но нет. Поняла. Может, ваш администратор проводит меня через черный выход, чтобы не травмировать ваших клиентов? Ничего не стоит. Прошмыгнете как-то незаметно. Всего доброго. Милая, можешь хоть сегодня оформляться. И не на ставку, а на две. Мне в травмпункт люди нужны. Спасибо. Дело в том, что у меня такая ситуация. Очень нужна подработка в частной клинике обязательно. Я так получилось, что пока временно без вещей, тут без жилья, и у меня сын подросток. Что, от мужа ушла? Как вы догадались? Опыт, милая. Я за свой век... Знаешь, сколько всего насмотрелось. Так что ты не спеши оформляться. У нас тут наплыв такой, что за полдня так намотаешься, так наработаешься, что уже ни до какой подработки не будет.
Особенно сейчас, зимой, в гололед. Так что подумай хорошо. А если соглашусь? Ну, а если согласишься, мы только рады будем. Я-то знаю, чего это все стоит. Работаешь по душе, по призванию. Но у нас же не про деньги, ты ж понимаешь. Люди нам нужны. Да, я понимаю. Я подумаю. Подумай. Спасибо. Нина, здравствуйте. Здрасте. Я хотел извиниться за наш неудавшийся разговор. Я не хотел вас обидеть. Да вы не обидели меня. Очень хорошо. Я обычно как-то лажу с людьми, а тут такой провал. А, дело не в вас. Просто мне нужно заново учиться доверять людям. Я очень хорошо вас понимаю. Скажите, пожалуйста, с моей стороны будет сильно нагло пригласить вас на чашку кофе? Может быть, в более неформальной обстановке мне удастся реабилитировать свою репутацию. Извините. Сейчас не самое подходящее время для кофе и настроения. Понял. Больше я вас не побеспокою. Спокойной ночи, Нина. Да, и вам. Привет, мам. Привет. Пришла уже? Прости, что разбудила. Как сходила? Хорошо. Обещали перезвонить. Может быть, нам в этот раз повезет. Ну, обязательно повезет. Теперь сегодня день рождения. Надо загадывать желание, и все обязательно сбудется. Если не перезвонят, то я тоже пойду искать работу. Доставщиком или объявление клеить. Что, я не мужик, что ли? Чтобы я без тебя делала. Я тебя так люблю. С днем рождения тебя, мам. Я знаю, что скоро все наладится, и ты обязательно будешь счастлива. Спасибо тебе. Ну что, помнишь сейчас свою подружку? С днем рождения, Нин. Или думала, я забыла? Спасибо. Помню, конечно. Я знала, что ты позвонишь, как всегда. Да, мы же только на дни рождения и Новый год созваниваемся. Вот так. Закончили медуху и кто куда. Инка замуж, а Любка куда глаза глядят. Нинка, а помнишь, как мы гуляли, а? Пели, танцевали до упаду. Гуляли до утра по городу, помнишь? Помню, конечно, самое беззаботное наше время. Угу. Эх, сейчас бы с тобой явиться. Соскучилась так. Вроде бы живем в соседних городах, а так и не встретимся. Давай хоть сейчас. Чего? Нин, ты что, в городе? А что ты мне ничего не сказала? Давай говори адрес, где ты, какой район, я вызову такси и примчу. Нина! Привет! С днем рождения! Спасибо. Ну, дай хоть посмотрю на тебя. Я постарела? А, перестань, ты чего? Ты выглядишь хорошо, как и подобает взрослой семейной женщине.
Без пяти минут не семейный. Это как? А как же твой спортсмен Сергей? Подаю на развод, ухожу от него, поэтому я и здесь. Возила. Ну, пойдем. Пойдем, расскажешь мне все, да? Алло, алло. Даня, вот дела. А я думала, у тебя все хорошо. Даже завидовала немного. А, нет, ну какой же он? Ну какой же она будет сволочь, что у тебя видеть? И плохо, что ты заявление на него не писала. Ну, молодец, что уехала из этой дыры. Да, когда он ударил Кирилла, я поняла, что нужно бежать. Ладно, все. Давай, надо забывать об этом. Встретишь здесь хорошего человека. Мне бы сначала здесь работу хорошую найти. Ну, или не хорошую, просто работу. Извини, что я со своими проблемами внезапно, как снег на голову. Прости. Ну, перестань, чего? Я же тебе друг. Или ты думаешь, что я забыла, как ты и твоя мама приютили меня, когда папа выгнал из дома? Как ты мне на экзаменах всех выручала, а? Ты же была самая лучшая, самая умная. В мединститут должна была пойти, и все бросила из-за этого Сережи. Ну, не из-за него, конечно. Да бог с ним. В общем, здесь мне надо как-то зацепиться, что-то придумать. И... Слушай, у нас там в центре девочка одна вроде как в декрет уходит. Я могу у начальства узнать, я ничего ей не обещаю, но... Может, что-то получится. Как в центре? Ну, у нас многопрофильный, большой, недешевый. Ну, там пластическая хирургия, косметология, детокс, разные оздоровительные программы. В общем, главное, хорошо платит. Мне кажется, я не очень гламурно выгляжу для такой работы. Чего? Ну? Нет, ну перестань. Ты же не в кардебалет идешь устраиваться? А медицинским работником. Так что давай, выкидывай это из головы. Мы тебя сейчас на работу устроим, оттюнингуем и выдадим замуж за местного олигарха. Как ты? Расскажи, как у вас с Костей? Да, нормально, потихоньку. Ну, отлично. Как он отнесся к тому, что ты среди ночи ко мне навстречу? Нормально. Константин Михайлович все еще нет дома. Он на работе, а если даже не на работе, то спасает кого-то. Все самые трудные подростки этого города и их не менее трудные родители нуждаются в Косте 24 часа в сутки в любую погоду, поэтому... Он так и работает с несовершеннолетним, он же хотел куда-то уходить. Хотел, но потом сказал, куда же не без него. Это же Костя. Я поняла. Давай выпьем за тебя и... За Костю, за то, чтобы у вас все было еще лучше и лучше. Mm-mm. Давай выпьем за нас. И за твою новую жизнь. Давай. Дмитрий Иванович, а что здесь решать? Нина Александровна имеет опыт работы и в хирургии, и косметологии. Наш человек. Тем более, я говорю, что на завтрашнего дня в декрете, а Люба просто зашьется в самом прямом смысле этого слова. Ну что ж, берем вас на испытательный срок. Пройдете обучение, с вашим опытом это не составит большого труда, и приступайте к работе. Дмитрий Иванович, я очень рада. Спасибо вам большое. Добро пожаловать в нашу команду. Да, добро пожаловать. До свидания. До свидания. Я вас не подведу. Здрасте, извините, а выход... Прямо по коридору. Спасибо, спасибо. Нина! Владимир Андреевич. Можно просто Владимир? Хотела вас поблагодарить за поддержку. Я буду очень рада с вами работать. Я тоже буду очень рад, Нина.
Спасибо. Ну что, ты как тут? Любовь Валерьевна, позвольте представить вам нашего нового сотрудника. Ого! Поздравляю. Спасибо. Видишь, я же говорила. Ну что, начинаем новую жизнь? Начинаем. Идем, я тебе здесь все покажу. До свидания, спасибо. До свидания, удачи. Спасибо. Мне расскажи, как в новой школе? Это нормально. Мне нравится. Главное, что недалеко от спортивного клуба. А ребята как в классе? Ты уже с кем-то подружился? Да так, болтаем с одной девчонкой. Как ее зовут? Лена. Симпатично? Да, но... Мам, мы с ней просто друзья, так. Загоняемся по одним темам. Ну, круто, я очень рада. Пока, мам. Хорошего дня. Тебе. Только будь осторожен, ладно? Да, хорошо. Нина, Нина, подождите. Доброе утро, Владимир Андреевич. Здравствуйте. А ну-ка немедленно признавайтесь, какие у вас планы сегодня на вечер? Ничего особенного, домашнее дело. Если нужно задержаться по работе, я готова. Это понятно. А вот составить мне компанию в театр вы готовы? У нас гастроли оперного театра столицы. Мадам Баттерфляй, на минуточку. А, Владимир Андреевич... Просто. Просто Владимир. Владимир. Вы знаете, я не люблю оперу. И два или сколько там, три часа оперного пения я просто не выдержу, извините. Будет лучше, если вы пригласите какого-нибудь ценителя. Но спасибо за приглашение. Понятно. Что ж, дело вкуса, конечно. Учту на будущее. Нин, а тебе, Владимир Андреевич, совсем никак? Просто видно, что ты нравишься ему очень. Он мужчина, интеллигентный, хорошо зарабатывает, разведен. Ты бы присмотрелась к нему получше, а? Люб, ты с Костей счастлива? Счастлива. А я никогда не была счастлива в любви. Я даже не знаю, что это такое — любить человека всем сердцем. Петровский не мой человек, понимаешь? Ну, своего можно и до пенсии ждать. Пусть так. А то все эти стерпятся, слюбятся. За 14 лет не слюбилась, почему я должна опять повторять эту ошибку? И себя обманывать, и мужчину. Я просто думала, что у тебя с Сергеем все было по любви. Только не говори, что по залету, я не поверю. Нет, не по залету. Кирилл не от него. Ага. Удивила. Я с расспросами лезть не буду. Если захочешь, то как-то расскажешь. Если нет, то нет. Расскажу как-нибудь. Пойдем, а то нас Петровский уже заждался. Да я понял, да. Сяд.
Ты как, парень, живой? Живой. Сильно считай, ударился. Рубашкой родился. Сильно ударился? Терпимо. Что болит? Так я звоню в скорую. Не надо в скорую, уже все хорошо. Так ты что? Мы видели, как ты шмякнулся. О, народ, народ! Что вы над ним кудахчете? Ну, видно, жив, здоров, все, не царапины, кстати, в отличие от моей тачки. Так, все, щегол, все, попал. Давай быстренько, доставай телефон, звони своей там папе, маме, все, бабки пусть готовят. Какие бабки? Ты че? На ремонт моей тачки? Ты вообще какого вообще под колеса бросаешься? Вообще, здесь пешеходный переход. И знак «Осторожно, школа», на минуточку. Да, мы все видели. Накупят машин довокрученных и гоняют, как бешеные. Тихо, мужчина. Тихо? Ваше тихо? Пролетарское негодование мне понятно. Но секундочку, граждане, по правилам дорожного движения, прежде чем переходить пешеходный переход, нужно что сделать? Убедиться в безопасности. Как тебя учили в школе? Посмотреть налево, направо, а потом переходить. Непонятно? Вот, кстати, вот. Ну, вы же все видели. Ну, вы, кстати, тоже пострадавшие, так что давайте это самое. Давайте перетрем с родителями этого мелкого на две тачки раскошелиться. Но прежде чем пацана кошмарить, лучше на тормозной путь свой посмотреть. Чего? Тебе очень сильно повезет, если ты отделаешься возмещением ущерба. Велик новый купишь, и все. Хорошо. Ты что, серьезно? Это я должен платить? Ну, конечно. На знак внимания не обратили, скорость превысили, пацана чуть не убили. Ух ты! Ты смотри, какой защитник нашелся. Это вообще кто такой, а? Адвокат. Олег Стрельцов. Олег Стрельцов, да? Специалист по уголовному праву. Если нужно будет, то этого пацана в суде защищать. А. Ну что, слил? Хозяин жизни. Да. Олег Стрельцов, значит. Ну да, слышал о тебе. Да ты вообще знаешь, кто я? Моя фамилия Гордевич. Классно. А. Поздравляю. Угрожать не надо мне, то придется еще и угрозы к делу приобщить. Ладно. Стрельцов, значит. Ладно. Да, я слушаю. Когда? Я все поняла. Скоро буду. Владимир Андреевич, извините, мне нужно срочно уехать. Что случилось? Сын ДТП попал. Да что? Конечно, поезжайте, если вдруг что надо, звоните. Спасибо. Да, второе отделение. Капитан, как тебе? Ермоленко. Ермоленко! Да, жду. Ты как? Что у тебя болит? Все хорошо? Все хорошо, мам. Ну, серьезно. Все хорошо. Так это временно. Адвокат уже выехал. Готовьте кошелек, мамаша. Григорий Петрович. Че? Полегче. Олег Ирович, а вы что здесь делаете? Что происходит? Здравствуйте, Нина. Опа! Тихо. Так что, знакомы, что ли? А, сговориться решили? Так уж это вообще подброс. Решили на бабки меня развести? Ну, товарищ капитан, ну примите же меры, а! Давайте, успокойтесь, присядьте. Уже голова от вас кругом идет. Вы мама-мальчик? Да, я Легачева Нина Александровна. Документ есть? Конечно, да. Сейчас. Ой. Вот. Ну, значит, ознакомьтесь, распишитесь. Явных травм у мальчика нету, и от госпитализации он оказался. Слава богу. Значит, я могу забрать сына? Стоп. Алло, мамаша, какой забрать? Адвокат уже едет. Нет, давайте на месте вот это все решать, может, у меня нет времени за вами потом гоняться. Я бы на вашем месте такие слова, как «гоняться» или «гонять» забыл навсегда. И активно подыскивал бы личного водителя. На ближайшие пару лет он вам очень пригодится. О, так вот. Что вообще происходит? Господин Гордеев грубо нарушил ПДД. И есть свидетели, готовы это подтвердить. Несмотря на свою явную вину, он решил все переложить на Кирилла.
А теперь, хорошенько все обдумав, решил договориться полюбовно. Все верно, Григорий Петрович? Знаете, как это называется? Это называется правовой беспредел. И уж поверьте, я это так не оставлю. Да, пожалуйста, вот моя визитка. Звоните в любое время, буду ждать. Мы можем идти? Да, конечно. Вы славненько. Вы слышали? Вы это слышали? Он мне угрожал. Угу. Разберемся. Разбирайтесь. У тебя точно ничего не болит? Ты уверен? Может, все-таки в больницу поедем? Да, мам, все нормально. Ну, просто велик и труба. Да черт с ним, с великом. Главное, что ты жив и здоров. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Я тебе позвоню. Я надеюсь, у вас теперь не будет серьезных проблем. Разберемся. Как вы там вообще оказались? Вы не поверите. Случайность. Давайте я отвезу вас домой и все расскажу по пути. Нет. Нина. Вы и так потратили много времени. Не отказывайтесь. Пожалуйста. Спасибо. Че приуныл? Выше нос. Это из-за велика. Накрылись мои тренировки. А, так ты спортсмен. Ну, типа того. Я тоже хотел быть спортсменом. Хоккеистом. Но родители видели во мне продолжателя семейного дела, поэтому совместить не удалось. Вам бы моего отчима в тренера, еще бы не то совместили. Он хоккеист? Боксер. Правда, бывший. Понятно. Мы возьмем тебе в кредит новый велик и продолжишь тренировки. Машина там, пойдемте. Держи. Спасибо, Олег Юрьевич. Как думаешь, удастся починить его? Вряд ли. Жаль. Мам, ты идешь? Я тебя догоню. До свидания. До свидания, Кирилл. Олег Юрьевич, а как же ваша машина? Вы же тоже, получается, пострадавший. Это уже проблемы страховой компании. Пусть сами разберутся. Спасибо вам. Мне было приятно вам помочь. Я рад, что вы нашли работу, и я ни секунды не сомневался, что у вас все получится. Спасибо. Вы очень хороший человек. Пожалуйста, вот моя визитка. В любое время звоните, пишите, если что-нибудь понадобится. Хорошо. Я очень был рад вас снова увидеть. И я вас тоже. До свидания. До свидания. В общем, вот так мы встретились снова, представляешь? Да, мир, конечно, тесен. Это правда. Я на него другими глазами посмотрела. Никогда таких мужчин не встречала. Ну, Сёденька, это судьба. Признавайся, запал на него? Два слова добрых о человеке сказала, а то сразу запала. Нет, ну просто ты когда говоришь о нем, то у тебя глаза совсем другие. Я его не знаю совсем. Вдруг там жена, дети. Да и какая разница? Мы с ним, наверное, не встретимся больше. Да. Бедный Петровский. Вчера так волновался из-за тебя. Да,
Владимир Андреевич, мы уже идем. Нин, я хотел спросить, как ваш сын, надеюсь, не сильно пострадал? Не поверите, ни одного ушиба. Я очень рад, что все обошлось. Но мне кажется, не лишним было бы все-таки его обследовать. И я могу договориться, для вас сделать все бесплатно. Владимир Андреевич, спасибо большое, но с ним правда все в порядке. Но если все обошлось с сыном, слава богу, может быть, сегодня вечером посидим в кафе, пообщаемся? Нин, ну куда ты пропала? Время. Пойдем. Да, иду. Извините, пожалуйста. Кто там? Курьерская служба. Доставили заказ. Но мы ничего не заказывали. У меня в доставке указан ваш адрес. Ну окей, поднимайтесь. Извини, пожалуйста, сын звонит. Угу. Да, Кирюш. Там он вообще. Он же намного круче, чем у меня был. И стоит немерено. Не поняла ты о чем? Что стоит немерено? Как о чем? Велик только что привезли новый из магазина. Велик, я ничего не заказывала. Ты думаешь, кто-то адресом ошибся? Давай сделаем так. Я приеду домой, и мы со всем разберемся. А ты не трогай этот велосипед, ладно? Да, я понял. Что, разбираем? Не надо. Держите. Чек, если что, в коробке. Сможете обратно сдать. Хорошо, Ваня? Спасибо. До свидания. До свидания. Ну и чего ты коксишься? Все же хорошо. Это значит, что этот твой адвокат тоже на тебя напал. Во-первых, он не мой, во-вторых, я не могу принять такой дорогой подарок. Я не понимаю, в чем проблема. Если мужчина дарит такой дорогой подарок, значит, он может тебе это позволить. И второе, ты ему ничем не обязана. Подарили же не тебе, а твоему сыну. Кирилл взрослый человек, разберется, поймет. Кирилл может быть и взрослый, но он все еще ребенок. Олег Юрьевич, здравствуйте, это Нина беспокоит. Здравствуйте, Нина. Очень рад, что вы позвонили. Мне только что позвонил сын. Надеюсь, подарок вам понравился. Скажите, пожалуйста, мы можем с вами встретиться сегодня ненадолго где-нибудь? Мы можем встретиться в кафе около вашей работы. Отлично. Молодежная 26. Я могу в течение часа. Замечательно. До встречи. Ты молодец. Грамотный ход. Люб, перестань. Я просто хочу ему вернуть велосипед при личной встрече, не по телефону, потому что это неприлично. Конечно, я все понимаю, да. Попробуйте профитроли обязательно. Очень вкусно. Спасибо, обязательно попробую. Я насчет велосипеда. Дело в том, что это очень дорогой подарок, и я не вижу причины, по которой мы могли бы его принять. Заберите его, пожалуйста. Не возьму. Хорошо, тогда разрешите мне, пожалуйста, выплачивать вам его стоимость постепенно. Вы хотите меня обидеть? Нет. Нина, мой подарок вас ни к чему не обязывает, если вы из-за этого переживаете. Ну, забирать велосипед у ребенка я не стану. Вы всегда такой настойчивый, принципиальный и убежденный в своей правоте. Наверное, вы никогда не ошибаетесь.
Если бы я никогда не ошибался, наверное, не пришлось бы сейчас разводиться. Мне очень жаль. А мне нет. В нашем разводе нет катастроф. Нет брошенных детей, нет дележа имущества. Не сошлись характерами, так бывает. Но я не хочу вас грузить своими проблемами. Я надеюсь, вопрос с велосипедом мы закрыли. Поскольку, видимо, спорить с вами бесполезно. Абсолютно. Спасибо большое за кофе и за профи-тролли. Я побегу, мне на работу нужно. Я подвезу вас. Да нет, спасибо, мне за углом. Значит, за углом вас отвезу. Спорить бесполезно. Будьте добры, счет. Хорошего дня. Спасибо. Что-то забыли? Кажется, да. Что-то выпало у меня. Тут что-то. У вас мужчина идет на пугал? Вы его знаете? Обозналась, наверное. Тяжелая неделя была рабочая, устала. Привиделась. Простите. Вы уверены? Да-да, все в порядке. До свидания. Иди, я сама закончу. Иди, иди. Куда? Что случилось? Голова что-то закружилась. Пойду посижу. Там Люба сказала, все хорошо, она за меня. Ну, нельзя так. Вы, наверное, совсем забыли, что такое отдых. Признавайтесь. Ну, ничего, мы это исправим. Сегодня вечером поведу вас в одно замечательное место. Посидим, музыку послушаем. Сможете хоть в каком-то веке немного расслабиться. Простите, я боюсь, что я сейчас... Возражения не принимаются. Вы мне обещали, Нин. Хорошо. Хорошо, сходим. Привет, дорогой. Я сегодня задержусь, разогреешь ужин. Хорошо, я понял. Мам, а что с Великом? Он твой. Ты серьезно? Мам, спасибо. Не мне спасибо, Олегу Юрьевичу. Тому адвокату? А он тут при чем? Я тебе дома объясню, хорошо? Хорошо, пока.
общем, после развода я уехал из столицы. Кажется, это теперь называется модным словом «дауншифтинг». Но я ничуть не жалею. Мне нравится этот город. Моя работа. Да все у меня хорошо. Только вот в личной жизни все как-то не складывается. Но и я не теряю надежды. Пока есть такие женщины, как вы, Нина. Нин, прошу вас, забудьте обо всем. Хотя бы на сегодняшний вечер. Жизнь такая короткая, нельзя ее проживать в беспокойстве и стрессе. Нужно уметь, мне так кажется, радоваться каждому моменту. А давайте выпьем за вас. И за то, чтобы все в вашей жизни было хорошо. Куда-то уходят прочь, врут бесстыдно календари. Я когда-то устану ждать, я когда-то устану петь. Простите, мне нужно идти. Как идти? Куда? Мы же только пришли. Простите, пожалуйста. Давайте я сейчас я оплачу счет, я вас отвезу. Извините, что я испортила вам вечер. Мне очень нужно прогуляться и подышать свежим воздухом одной. Простите. Воспоминания. Как под куполом звезд лежали мы на спине. Прочь, сбежало все это прочь. В объятиях твоих я ночь. И караван теней во мне, во мне, во мне. Помогите. В порядке. Последние дни сама не своя. Ничего не хочешь мне рассказать? Меня ждет Петровский с консультацией. Спасибо. Здравствуйте. Моя фамилия Кашнин. Я на консультацию к доктору Петровскому. А на который час вы записаны? Прямо сейчас. Я вас проведу. Спасибо, красавица. Лева, я
тебе звоню. Угу. Что? Подмени меня, пожалуйста, на консультации. Да, хорошо. Только ты что, ты вообще как? Ты меня пугаешь. Нина, ты из-за Петровского? Нет. Из-за пациента. Давай я тебе потом все расскажу, хорошо? Я просто тебя прошу подменить меня. Да, хорошо, я пойду вместо тебя, только ты присядешь. Садись, да. Посмотри на меня. Нина, Нина, посмотри на меня. Я пошла, окей? Все. Угу. Что, Ленка, падаешь перед новеньким, чтобы на тебя внимание обратили? Ты что, оглохла или игноришь? Двулетний Силюкин. Или что? Или отгребешь по полной. Ты что, ботан, борзеешь? Я тебя на первом раунде фарш порву. Сейчас Силюкин ему накостыляет. Слушай, ну, вообще обычный пациент. У него проблемы с перегородкой носовой по заключению лора. Ему когда-то плохо вправили сломанный нос, и теперь у него проблемы. Еще этот, он похож на силовика, потому что у него очень тон командирский. Ну все. Фамилия Квашнин? Да. Ты его знаешь? Нина. Круто ты Силюкина на место поставил. Только ты теперь не расслабляйся. Он тебя подлянку в любой момент устроить может. Ну, пусть попробует. Он сам полез. Я первый кулаками не машу. Спасибо тебе, Кир. За меня еще никто не заступался. Да ладно тебе. Че, не мужик, что ли? И вообще супер, что ты в наш класс попал. Мне хоть есть теперь с кем поговорить. Про спорт, про музыку, кино там. Вот мы и пришли. Чего, может, в гости зайдешь? Я не знаю. Мама сегодня пирог испекла. С яблоками. Вкусный. Круто. Ну, давай. Мать все равно допоздна на работе. Скучно одному дома. Пошли. Пей. Помнишь, я после выпуска в травму пошла работать? Да. Два мента к нам туда привезли пострадавшего с побоями. Один из них ко мне прицепился. Постой, красавица! Это кто у нас такие красивые, такие скромные, а? Непорядок. Извините, мне нужно принести препарат. Ты успеешь еще? Пациент никуда не убежит. Может, по кофейку? Давай вечером встретимся. Посидим где-нибудь, выпьем, отдохнем. Извините, нет. Да почему же, а? Может, все-таки прокатимся, отдохнем? Во-первых, я сегодня вечером готовлюсь к поступлению в университет, а во-вторых, с женатыми мужчинами я не отдыхаю. О. Знаешь, так будет даже интересней. Я люблю таких строптивых. Он сказал, что заценил мою
неприступность, чтобы я выбирала ресторан подороже, куда мы поедем кутить. А ты что? Я сказала, что у меня есть парень, боксер. Сергей и правда тогда пытался за мной ухаживать, а я не знала, как его отшить красиво, чтобы он не обиделся. И что к важнее? Посмеялся. Сказал, что ему все равно. И не таких, говорит, обламывали. Ну и уехал. Через несколько дней появился снова. Говорит, садись, подвезу, есть о чем поговорить. За окном притаилась ночь. Куда они меня привезли? Отпустите меня, пожалуйста. Никто не вправе мне отказать. Никто. Я здесь власть. Отпустите меня, пожалуйста. Отпустите, не трогайте меня, отпустите. Мне очень жаль. Он сказал, что если я напишу заявление или пожалуюсь, будет только хуже. Какой кошмар. Я, конечно, не стала писать заявление. Испугалась. Потом узнала, что беременна. Он у меня был первый. Я хотела сделать аборт. Мама отговорила, сказала, что, возможно, не смогу потом иметь детей. Я боялась, что я не смогу полюбить этого ребенка. Потом, когда он родился. Вася, это самое дорогое, что есть у меня в жизни. Квашнин знает про Кирилла? Нет, он не знает. Я его больше не видела после того дня. А Сергей? Знает. Как-то он меня ждал подъезда с большим букетом цветов. Хотел сделать мне предложение. Я ему все рассказала, что я беременна и как это получилось. Почему ты сразу мне ничего не сказала? Я его голыми руками порву. Успокойся, пожалуйста. Кто он? Очень опасный человек. Тебе не нужно с ним связываться. Это я тебя не уберег. Прости меня. Но Сергей меня не послушал. Ты Квашнин? Ну, допустим, я что? Слушай, что тебе надо, пацан? Привет тебе от Нины. О, нашего кепа бьют. Ты, значит, Нюнкин хахарь, а? Боксер-чемпион. Теперь уже бывший чемпион.
Значит, если ты со своей тёлкой от меня не отвяжешься, завалю обоих. Очень долгий период реабилитации, больницы. О карьере спортсмена пришлось забыть. Он очень тяжело это переживал. Я винила себя, просила у него прощения. Он все равно делал мне предложение. Получается, он не простил тебя. Хоть ты ни в чем не виновата. Получается, что так. Вроде нормально. Сначала жили. Потом он все чаще стал срываться. Та ночь, когда он ударил Кирилла, стала последней каплей. Я сюда приехала, чтобы как-то расстаться со своим прошлым. Она меня и тут настигла. Лучше будем надеяться, что твоя встреча с Кошниным — это случайность. Странно, что он меня не узнал. Да. Знаешь, такие лица не запоминают. Я пробила его данные в нашей базе. Представляешь, он живет через два дома от меня. Так, ты, главное, не накручивай, хорошо? Да, надо как-то взять себя в руки. Слушай, а может, я Костю попрошу? Ну, пусть сразу знает про этого Кошнина. Нет, лучше не надо, наверное. Зачем вам это? Чтобы потом еще прилетело, не дай бог. Вы такие замечательные. Вам очень повезло, что вы друг друга встретили. Ну да. Конечно, повезло. Только знаешь, у нас тоже там не все так просто. А чего? Ничего, я так не заморачиваюсь. Лучше расскажи мне, как там адвокат звонил? Я даже по нему как-то скучаю. Ничего, не расстраивайся, он еще позвонит. Ты же говорила, он там разводится? Вот, разведется, позвонит. Главное, чтобы бывшая отпустила. Я скоро закончу. Да я же тебя не тороплю. Наоборот, хочу, чтобы ты остался. Ну, куда ты пойдешь? У тебя там не убрано совсем в твоей холостяцкой берлоге. А я совсем не готова сегодня оставаться одна. Ну, так найди себе кого-нибудь. Олег, как тебе не стыдно? У тебя же не было стыдно. Я считаю, что мы поторопились. Точнее, это ты поторопился. Но это совершенно необдуманное решение. Мы с тобой будем сожалеть об этом до конца своих дней. Не будем. Олег, ну что мне еще сделать, чтобы ты меня простил? Предатели не прощают. Я не предавала. А измены, по-твоему, что такое? Просто скажи, что ты меня не любишь. И вообще никогда не любил. Иначе вот так просто не смог бы меня бросить. Это же совершенно невозможно. Или у тебя там на горизонте кто-то замаячил? Признавайся, я все равно узнаю. Тебя это больше не касается. Да ты сам предатель! Изменщик! Корчишь из себя тут жертву несчастную! И тебя ненавижу!
проваливай отсюда, прочь еще приползешь. И будешь у меня тут на коленях вымаливать прощение. До встречи в суде. Привет, малыш. Привет. Прости меня, что я задержался. Да ладно, серьезно, а я вот вообще не заметила. А я по тебе соскучился. Правда, правда. Привет. Привет. Я ужин разогрею. Послушай, не надо, мне Лада покормила. Лада покормила? Да. Вкусно? Может, в следующий раз тебя на ночлег оставить, а? Любаш, ну не преувеличивай. Ну, ты понимаешь, что я не могу им не помогать. Они хоть и бывшие, но семья. Да, Кость. Да, я бы все поняла, если бы это был бы твой ребенок, но чужой. А ты бегаешь к своей бывшей по первому звонку. Любаша, как ты объяснишь ребенку, который называл тебя отцом, что папа навсегда пропал из его жизни? Я вот себе это не представляю. Вот. Вот ты такой правильный и принципиальный. И Лада об этом знает и пользуется этим. И делает все возможное, чтобы тебя вернуть. Любаш, ну я тебя очень сильно люблю. Угу. И к Ладе я не вернусь. Угу. Ну и мальчика я не брошу. Это я уже поняла. Ну и в конце концов, я ведь не скрываю, что бываю у них. Хотя мог бы и соврать, потому что тебе это не нравится. Кость, ты не умеешь врать. Это хорошо или плохо? Я не знаю. Просто я боюсь тебя потерять. Успокойся. Ты от меня уже не отделаешься. Ну вот хорошо. Если ты такой добрый и всем помогаешь, тогда, может быть, поможешь моей Нине? Конечно. Что нужно? Смотри, нужно разузнать одну информацию, только очень аккуратно, об одном муфлоне. Он, кстати, твой коллега. Я боюсь, что он может очень сильно отравить Нине жизнь. Ты знаешь, у нас вообще-то не принято копать под коллег. Тем более под муфлонов. Костя, нельзя быть таким правильным. Ты когда-нибудь себе отрастишь нимб и уйдешь от меня по воде. Но этот Квашнин реально урод. Угу. Если он хоть как-нибудь навредит Нине, я себе этого не прощу. Все хорошо, успокойся. Я понял. Я постараюсь, но не обещаю. Я тебя обожаю. Мам, все нормально? Привет, да, просто устала очень. Ты чего не спишь? Да я тебя ждал. Могла сказать, я бы сам все купил. А что у тебя со щекой? По парку ехал, ветка зацепила. Скажи, пожалуйста, а родители этой ветки не будут жаловаться в школу? Не должны. Да. Насыщенный у тебя получился денек. Прикинь, был в гостях у Ленки, с родителями ее познакомился. Это твоя одноклассница вот эта, да? Угу. Ну, к нам тоже приглашай, я с удовольствием познакомлюсь. Да не вопрос. Ленка классная, она тебе понравится. Я не сомневаюсь.
Извини. Притаилась ночь, и сутулятся фонари. Дни куда-то уходят прочь, врут бесстыдно календари. Да, Люк, что случилось? Кафе? Хорошо, сейчас собираюсь, скоро буду. Давай. Короче, он вышел на пенсию и сразу переехал в наш город. Вроде даже помогал каким-то бандосам решать вопросы с конкурентами. Но одно время его крутили ребята из службы безопасности. Но дело потом замяли. Видать, наверху у него нехилые подвески были. Кто бы сомневался. Я думал, он приехал сюда залечь на дно. Начать новую жизнь. Так что вряд ли он снова захочет беспредельничать. Данин, я тоже так думаю. Он даже к тебе не сунется. Пусть правит свой нос и... навсегда исчезает из твоей жизни. Пусть. Легко говорить. У меня ощущение, что я его на всю жизнь запомнила. Я даже баллончик купила. Ну, вот это правильно. В любом случае не повредит. Спасибо тебе за информацию. Да, не за что, нет. Ну, чем смог. Ну что, я побежал? Давай. Супермен. Всегда на страже галактики. А ты ему что, все рассказала? Нет. Конечно, нет. Костя умный, он лишних вопросов не задает. Хорошо. Ну что, удачной тебе операции. Как закончится, отзвонись. Я за тобой приеду. Ты говоришь прям как любящая и заботливая жена. Вот только искренности не хватает. А в остальном так ничего. Молодец. Получается. Ну, извини, Валера. Как могу. Похоже, это мой актерский потолок. Только ты не забывай, что у нас с тобой только видимость отношений ради ребенка. И я стараюсь, как могу, да. Я тебя жду того же. Аромат вам могилы исправить. Послушай, красавица. Мы раньше с тобой нигде не встречались. А? Глаза у тебя знакомые. Даже не глаза, а взгляд. Мы бы точно раньше где-то виделись. Вот только не вспомню, где именно. А ну
скажи что-нибудь. Может, по голосу узнаю. Ну, наконец-то. Туда за по-хорошему на троих хватит. Этот еще знаю, не знаю. Андроид какой-то. Смотрела. Я думала, рашпилем заколешь. Я в ужасе. Так, ладно, все. Давай. Выбрасываем его из головы. Хорошо? Угу. Ты это... Ты лучше мне подскажи, как мне с Костей быть. Что у вас с Костей? Ну, все в порядке, но... В общем, его бывшая покой не дает. В смысле? В смысле, не дает покоя? Ну, она преследует. Не меня, конечно. Я бы с ней быстро разобралась. Костю. Главное, хитрая какая. Костя, помоги, Костя, помоги. Знаете же, что он хороший, что он не откажет. Может быть, ей правда помощь нужна? Слушай, знаешь, ну, это уже перебор. Он гоняет к ней каждый день. Она завлекает его. Представляешь, уже кормить ничего. Ты знаешь ее, что ли? Нет, ты чего? Так, нашла в соцсетях. Красивая зараза. Ох, Нина, я боюсь, что он к ней уйдет. Он же так ее сына любит. Короче, я подумала, что я поговорю с ней. Ну так, ну, по-хорошему, без скандала. О чем поговоришь? Ну... Не знаю, напомню ей, что это она ушла от Кости к другому мужчине. Если у нее там что-то не сложилось, то это не повод дергать Костю по каждому удобному случаю. И разрушать наши с ним отношения. Вот как-то так. Костя, как к этому отнесется? Я не знаю. Простит, поймет. Если любит, конечно. Я не думаю, что это хорошая идея, но да, ты поговори, это лучше, чем мучить и себя, и Костю. Спасибо. Я знала, что ты меня поддержишь. Ты сообщай мне, как там у вас, буду переживать. Да, конечно, обязательно. Ты лучше о нас переживай, чем думай о том монстре. О, а вот и моя карета прибыла. А ты как, на автобусе? Да нет, я возьму тачку в аренду. Надо же как-то поддерживать навык вождения. Вдруг когда-нибудь накоплю на свою машину. Конечно, накопишь. Молодец, Нин. Пока. Пока. Нина! Нин, я собираюсь поужинать тут в кафе. Присоединяйтесь. Сегодня день был такой тяжелый. Еще не хватало вам дома готовить. Это вы очень точно сказали. Тяжелый день. Поэтому все, о чем я сейчас мечтаю, так это сходить в душ и поскорее лечь спать. Давайте я вас отвезу домой. Только что вызвала такси. Что ж, жаль. Еще один вечер придется коротать в одиночестве. Ну тогда всего вам хорошего. Да, до свидания. До свидания.
Нина! Господи! Тихо-тихо-тихо-тихо! Это я, это простите, я, спокойно! О, боже! А что это такое? Я не думала, что это вы, господи, простите! Это я, да-да, это я! Простите, я не хотел вас напрягать! Что ж такое? Извините, пожалуйста! Да, сейчас пройдет! Давайте... Что это такое? Я вам привез цветы, я хотел пригласить вас на ужин, а теперь... Я ничего не вижу. Так, да, сейчас, давайте пойдем в центр, я вам промою мыльным раствором. Давайте, вставайте аккуратно. Я не хотел вас пугать, вы простите, пожалуйста. Я закрою дверь, все нормально будет. Спасибо за цветы. Пойдемте аккуратненько. Да, хорошо. Давайте, держи. Да, сейчас, вот, по прямой. Как же печет. Простите. Недотрога. Простите. Давайте, да, сейчас вот так. Все. Что это за огненная штука? Перцовое что-то, не знаю. Продавцы не обманули, видимо, работает, да? Ага, все, сейчас. Вы учтите, если я ослепну, вы меня всю жизнь так не будете. Хорошо, обещаю. Обещаю. Здрасте. Чем-то могу помочь? Мам, кто это? Это папа? Здравствуйте, Лада. Здрасте. Привет. Вы меня не знаете, но мне нужно с вами поговорить. Я... Вы... Да, я из соцслужбы. Так чего же вы стоите? Проходите к нам. Да, спасибо. Вот, возьмите. Благодарю. Вы меня, конечно, удивили своим визитом, но приятно. Нам просто никто помощь не предлагал, сами справлялись. Мама моя помогала и муж бывший, отчим Владика. У нас то на реабилитацию к врачу отвезет, то в парк погулять. Если честно, даже не знаю, как мы без него бы справлялись. А сама я в колл-центре работаю оператором в одном интернет-магазине посменно. И давно Владик на костылях? Нет, на костыле мы недавно перешли. До этого 2 месяца на коляске был. Врачи вообще были не уверены, что он встанет после ДТП. Но Костя и тут помог. Собрал денег на операцию. Хотя, по сути, мы ему чужие люди. Жена у него есть. Золотая, наверное, девушка, если... позволяет с нами общаться. Кстати, вот это мой номер телефона. Если вам вдруг что-нибудь понадобится, то вы звоните. Спасибо большое. И знаете, я, наверное, уже пойду. Простите, я заболтала вас, наверное, своими проблемами. Да нет, нет, что вы, все в порядке. Я провожу. Да, спасибо. А вы уже уходите? А да, я уже ухожу. Поздно, спасибо. Пора ложиться спать. А мне мама разрешает позже ложиться. После документального цикла по всемирной истории. Ого, а сколько тебе лет? 9, то есть 10. Через 2 дня будет. Ух ты. И что же ты хочешь на день рождения? Коньки роликовые. Я буду на них кататься. После того, как сам начну ходить. Папа меня научит, он обещал. Ну, все, Владик, не задерживай тетю. Да, все в порядке, я уже ухожу. А вы еще придете? Да, конечно, приду. До свидания. До свидания. До свидания.
Нет, Оля, татуированные брови выглядят совершенно отвратительно. Ой, зато знаешь, как удобно. Утром проснулась, и не надо бежать краситься, пока он спит. Ты еще купала себе золотые на всю спину набей для полного комплекта. А вообще, конечно, распустила ты мужа. Ой, ну, может, я просто не хочу, чтобы мой сбежал от меня к первой попавшейся симпатичной разведенке. В общем, мы разъехались. Теперь я живу отдельно. На днях у нас будет развод в суде. Как проходит ваш развод? В процессе. Я надеюсь, что суд учтет все обстоятельства и оформит развод без проволочек. Если вам понадобится какая-нибудь помощь, юридическая или вообще любая, вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Я всегда рад помочь. Спасибо, Олег. Я и так вам очень многим обязана. Ничем вы мне не обязаны, перестаньте. Мне нравится заботиться о вас с Кириллом. Я правда считаю, что наша встреча была не случайной. И мне бы очень не хотелось снова с вами расставаться. Я тоже очень рада встрече с вами, Олег. Только я не уверена, что я сейчас смогу начать новые отношения. Не так я себе это представлял. Я очень хорошо вас понимаю. После измены жены я тоже думал, что никогда больше не смогу доверять людям. А потом встретил вас. Я вас ни в коем случае не тороплю, просто, знаете, я готов ждать столько, сколько понадобится. Просто позвольте мне быть рядом. Просто как другу. Как другу. Вот, пожалуйста, что я и говорила. Прости, что? Смотри, смотри. Ой. А чего ты стоишь? Пошли, знакомиться будем. Так, успокойся, никуда мы не пойдем. Не поняла сейчас. Ты мне своим Олегом всю жилетку прорыдала. А теперь стоишь и смотришь, как эта чика с ним кудахчет. Да мы сейчас ей все патлы проредим. Тише, тише. Скандал Олегу сейчас только на руку. А мы не будем поддаваться эмоциям. Меня папа учил всегда действовать с холодным умом и расчетом. Угу. Чего ж ты папу своего раньше не слушала? Ну, знаешь, лучше поздно, чем никогда. А с чего ты вообще взяла, что она разведенная? Ну, что тут думать? Она девушка симпатичная, по возрасту не студентка. Наверное, муж козлом оказался, вот и ищет нормального. Не там ищет, коза драная. Кирилл, покажу. Здравствуйте. Екатерина Игоревна. Патрона. Да, Владимир Михайлович, сроки по договору согласуем дополнительно. Взаимно. И вам того же. До свидания. Пап. Зачем вламываться ко мне в кабинет? Могла просто скинуть смс-ку. Сколько? Что значит сколько? По-твоему, дети к своим родителям приходят только, когда им деньги нужны? Что-то еще нужно? Представь себе, да. Мне нужна твоя помощь. Опять права забрали. Пап. Ну, пап. В общем, есть одна женщина. Мне нужно, чтобы люди из твоей службы охраны раскрутили ее. Я хочу о ней знать все. Кто, что, чем дышит, какие скелеты в шкафу. Катя. Неужели ты думаешь, я стану напрягать людей из-за твоих интрижек? Папа, это не интрижки. У меня жизнь рушится, у меня судьба рушится, и я тебя прошу о помощи. А ты не можешь мне помочь? Тебе всегда было на меня наплевать. Катя, вернись. Что за женщина? Что она тебе сделала? Но у меня Олега хочет увезти. Так вы же вроде как разводитесь. Ну и что?
Я все еще не теряю надежды восстановить наши отношения. Забудь. Он тебя не простит. И тут я полностью на его стороне. Хоть мне этот упертый выскочка никогда не нравился, ты знаешь. Но то, как ты поступила с ним, это отвратительно. Да я тысячу раз уже об этом пожалела, папа. Я себе локти кусаю, себе места не нахожу. Но сейчас я действительно очень хочу спасти эти отношения и хочу спасти свой брак. И я своего папу прошу о помощи. Ну, пожалуйста. Я тебе обещаю, я прям панькой буду, никаких больше глупостей. Хочешь, я вообще к тебе на работу устроюсь работать? Ну вот это как раз не обязательно. Мне и так голубника хватает. Понятно. Все, ладно, Кать. Ну, все, ладно, все. Все, Кать, хорошо. Я скажу ребятам, только обещай, никаких нарушений закона. Па, ты вообще-то бизнес начал в 90-е. И сейчас ты мне будешь рассказывать про закон. Ладно, не переживай, ты так ничего я не сделаю этой выдре. Пусть она только от моего от Олега отцепится. Ну, спасибо. Я знала, что ты мне не откажешь. Ты у меня самый-самый лучший. Папа, а что ты там про деньги говорил? Сколько? Спасибо вам большое. Вы извините, я вас не приглашаю, боюсь, что сын не поймет. Да, дорогой, я уже у подъезда, сейчас поднимаюсь. Не переживай, все хорошо. Хорошо, жду тебя. До свидания. По мешкам активнее работает! Доставай, доставай давай на него! Девушка, танцевальный зал через дорогу. Сергей Викторович Лигачев? Так точно. Чем могу быть полезен? Хотелось бы с вами поговорить. Желательно приватно. Дима, поменяй Глеба. Глеб! На тот мешок! И активней! Работаем! Слушаю. Меня зовут Екатерина Стрельцова. Очень приятно. Я жена любовника вашей жены. Какого еще любовника? Ну, может быть, еще не совсем. Я не знаю, насколько стремительно развиваются их отношения, но, к сожалению... Значит, мужика все равно нашла. Прикидывалась овцой. Сергей Викторович, я полностью разделяю ваше негодование. Я нахожусь точно в такой же ситуации, поверьте мне. Я предлагаю вам объединить наши усилия.
Да и что ты предлагаешь? Поедьте, заберите свою Нину обратно. Да я бы ее давно забрал, если бы знал, где она живет. Сергей Викторович, вот адрес. Все расходы беру на себя. Деньги убери. Как скажете. Я Нинку так хочу вернуть. У меня что, работа новая. Хахаль новый. Сергей Викторович, об этом можете не беспокоиться. Считайте, что она без двух минут уже безработная и одинокая. Вам стоит только поехать, утешить свою Нину и вернуть ее на малую родину. Сергей Викторович, что скажете, мы договорились? Договорились. Ну вот и отлично. Хорошего дня. И вам не хворать. Жестче работаем, не гладим друг друга. Я так и не рассказала Косте, что была у Влада. Зря. Угу. Ты же понимаешь, что рано или поздно он узнает об этом. Да, я это понимаю. Ему будет больно. Это получается, что я ему не доверяла еще. У него за спиной такое вычудило. Я тебя предупреждала. Да. Как будешь выкручиваться? Я не знаю. Что-нибудь придумаю. А, Нина, идем. Клиентка прибыла, которая по дополнительной записи. Здравствуйте, Екатерина Игоревна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вас слушаю. Какого рода услуги вас интересуют? Да я не знаю. Вы же здесь профессионалы. Вот посмотрите на меня и посоветуйте, что мне нужно подкорректировать. Так. Но если вас действительно интересует мое мнение, то я бы ничего не трогал. Коррекция мимических морщин проведена успешно. Ирина, пластика вполне удачная. С вами поработал хороший врач. Так, послушайте, я же не просила комментировать мою внешность. Я спросила, какие услуги свои вы можете мне предложить. А вы так и будете стоять тут, как статуя, и хлопать глазками? Или, может быть, примите участие в консультации? Ну, вам же я тоже плачу. Я могу порекомендовать вам комплексную чистку. Есть закрытые комедоны и слегка забиты поры. То есть хотите сказать, что моя кожа недостаточно ухоженная? Я этого не говорила. Я имела в виду, что, вероятнее всего, в последнее время вы использовали новые уходовые средства, которые могли привести вот к таким результатам. Милочка, уровень косметики, которой я пользуюсь, вам даже не снился. Я, конечно, понимаю, что вы нам платите, но это не дает вам права с нами так разговаривать. Простите, пожалуйста. Супер! Вы, обслуживающий персонал, будете рассказывать мне, как себя вести? И вот это вот называется лучший косметологический центр в городе. Я вашу Шарашкину контору по миру пущу. Будете всю жизнь мне на компенсацию работать. Екатерина... Так, девушка, кто у вас тут главный? Я хочу пожаловаться. Вы только не переживайте. Я... Ужас какой. Надо было промолчать, Нин.
Ну, ты же видела, что это за фрукт. Сейчас она телегу накатает, и, в общем, будут. Сейчас у нас проблема. У нас ведется аудионаблюдение. Я просто не хочу никому больше давать себя оскорблять. Ну что, съела, Мымра? Это тебе за то, что чужих мужиков из семьи уводишь. Что? У меня в семье проблемы, а ты решила этим воспользоваться, как же низко. Ну, ничего. Я Олегу прощу эту мелкую интрижку на стороне. Какую интрижку? О чем вы? Не отцепишься от Олега, и тебя в порошок сотру. И то, что сейчас тебя попрут из клиники, вообще мелкой неприятностью покажется. Усекла? Так вот в чем дело. Мужика не поделились. Понятно. Теперь мне все понятно. Владимир, вы что, серьезно? Вы что, поверили ей? Я вам поверил, Нина. А вы могли бы сразу мне сказать, что у вас кто-то есть, а не дразнить меня, как последнего дурачка. Знала, что рано или поздно вернешься. Проходи. Спасибо. Ну и зачем нужно было этот спектакль? Думаешь, за месяц хоть что-нибудь изменится? Жизнь такая штука, может и за один день все резко изменится. А тут целый месяц. У тебя будет достаточно времени, чтобы хорошенечко все обдумать и принять единственно верное решение. Решение уже принято, мы все равно разведемся. Поживем, увидим. Еще добрые люди. Да какая разница, нашел. Я же говорю, вот, милиция приехал. Но все показала, характер хватит. Поехали домой. Я никуда не поеду. Не, ну я обещаю, я Сенькой завяжу. Ну, к врачу пойду. Ну, хочешь, зашьюсь. Я хочу начать новую жизнь. Новую жизнь? Я снова мужиком, да? Я все знаю, совсем по наклонной пошла. Чужих мужей уводишь. Всю жизнь, как мышь под лавкой прожила, а тут на тебе. Я не мышь, я человек. Сюда иди. Эй, здоровяк! Отпусти девушку. А ты еще кто такой, чтобы пропад открывать? А? Я Олег. Здрасте, Нина. Здрасте. А, твой любовник? Нет, пишу сразу любовник, я просто друг. А ты, я так понимаю, любитель бить женщин и детей?
Я тебя сейчас так уроню. Мать родная не узнает. Не, ну это понятно. Мне правда страшно. Тут камеры, а я юрист, я тебя засужу. Но сейчас разговор не об этом. Нина, она никогда уже с тобой не будет. Поезд ушел. Все. Я без нее никуда не уеду, понял? Ну, хорошо, допустим, а ты ее заберешь силой. Кирилла там запрешь в квартире. Как вы жить-то будете? Любви нет, доверия нет, все. Мы как раньше жили, так и дальше будем. Окей, хорошо, просто подумай. Услышь меня. Лучше, что ты сейчас можешь сделать, ты извиниться перед ней за все, что ты натворил. И спокойно уйти. Навсегда. Это будет правильно. Это будет по-мужски. Она меня предала. И тебя предаст. Пожалеешь, что связался. Поживем, увидим. А думаешь возвращаться? Назад не пущу. Удачи оставаться. Простите, мне очень стыдно. Вам должно быть не стыдно, а холодно. Вы же все продрогли. Пойдемте греться. Пойдемте. Сергей Квашнин. Одно и то же. Я не понимаю, что со мной не так. Нет, Нина, вашей вины в этом нет. Людей, которые это с вами совершили, нужно судить. По закону. Может, вы правы. Просто мне нужно было бороться, а не прятаться. Но теперь у вас есть друг, на которого вы всегда можете рассчитывать. Я хочу, чтобы вы знали. Я всегда приду к вам на помощь. Всегда. Спасибо. Извините. А я не буду извиняться. Я еще не готова к новым отношениям. Я... До свидания. Я подвезу вас. Нет, не надо. Здравствуйте, я буквально на минуту. Проходите, у нас так весело. Я вижу, но я правда только поздравить. Я на секундочку. Пин-пин. Да. Катя, поздравить хочет. Идем. Здравствуйте. Привет. Владик, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе поскорее поправиться. Спасибо. Держи, тебе. Давай. Какие крутые! Мама, смотри! Зачем же вы такая? Мне, наверное, уйму денег стоит. Да, это вообще не важно. А я без костылей могу пройти. А ну покажи. Какой молодец. Давай, 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 аккуратно. Ну все, давай, садись. Давай, давай, ручку. Давай, давай, давай. Молодец. Аккуратненько, аккуратненько. Садись, держись. Вот. Спасибо вам большое. Я и не думала, что наши соцслужбы такие внимательные. Да. Только я не из соцслужбы. И меня зовут не Люда, а Люба. Я жена Кости.
И в тот раз я приходила немного поскандалить. Дети, сейчас будем есть торт. Где наш именинник? Костя. Папа, смотри, что мне тетя подарила. Правда здорово? Правда. Кирюш, я дома. Привет, мам. Привет, здрасте. Здравствуйте. Это Лена. А, очень приятно познакомиться. Может быть, чаю? Нина Александровна, мне уже пора. Ну что ж, тогда в другой раз. Я очень рада, что вы подружились. Мы только переехали, новый город, никого не знаем. Я это проходила. Мы сами переехали пару лет назад. Кстати, Лена тоже из Старограда. Как мы там раньше не виделись? Серьезно? Чего себе? Пап, я уже выхожу. Буду через 15 минут. Извините, папа у меня очень строгий. Ну, что ты хотела? Бывший полицейский. Кстати, когда мы были у Лены дома, он нам показывал именное оружие. Понятно. Ну, я пойду. До свидания. До свидания. Тебя проводить? Успокойся, живу в 5 минутах. Пока, Кирилл. Пока. Кирилл, послушай. Фамилия у Лены Квашнина? Да, а что? Ты знаешь ее родителей? Да, немного. Тебе не надо дружить с Леной. Почему? Ты же видела, она хорошая девчонка. Да, я видела. Пообещай мне, что ты перестанешь с ней общаться. Мам, если у тебя какие-то старые терки с ее родителями, это ваши проблемы. Нас с Ленкой это не должно касаться. Кирилл, я твоя мама, и я лучше понимаю какие-то вещи. Какие вещи? Я ж не запрещаю тебе встречаться с твоим адвокатом. Я видел, как он тебя подвозил, и даже слова не сказал. Во-первых, я не встречаюсь с адвокатом, а во-вторых... Ой, мама, все, хватит давить на меня. Ты прям как мой отец. Хотя какой у меня отец? Отчим. Сколько раз я спрашивал, кто мой настоящий папа. Ты мне никогда не говорила. Так что давай я сам буду решать, с кем мне дружить. Мне, конечно, сегодня очень сильно удивило. Я обрадовала. Вот всегда знал, что ты мой человечек. Ну, Кость, ну, что ты мне сразу не сказал, что с Ладиком такая беда случилась? Ну, не хотел тебя расстраивать, еще решишь, что не смогу их оставить и брошу тебе. Ну, вот именно так я и подумала. Ну, прости, но не виноват. Надо было сразу тебе все рассказать. Ладно. Хотя, знаешь, с другой стороны, какая разница, беда, не беда?
как там говорил Лис. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Я очень сильно люблю тебя. Костя. Я беременна. Что? Я беременна, говорю. Правда? Правда. Пойдем. Да. Доченька, это я. Я не одна. Хочу тебя кое с кем познакомить. Хорошо, проходите. Доченька. Говоря, я не понимаю, почему она мне ничего не рассказала. Я бы, наверное, ее поняла. Все детство я ее спрашивала о тебе. Она даже не придумала никакой истории про летчика-космонавта. Просто сказала, что ты хороший человек, но не можешь быть с нами вместе. И что это тайна. Я подумала, что это, наверное, какая-то нехорошая тайна. Она не хочет меня расстраивать. Ну и, конечно, я перестала интересоваться. Я даже представить себе не могла, что мы когда-нибудь увидимся. Нина, я тоже очень виноват перед тобой. Давно бы мог поинтересоваться, как она и что, и про тебя бы мог узнать раньше. Я просто решил забыть Аллу. Все эти годы я старался ее забыть, но не смог. Знаешь, мне кажется, если бы ты был с нами вместе, все бы как-то по-другому сложилось. Не было бы этой ужасной истории с Квашниным. Я бы закончила медицинский университет, вышла бы замуж по любви. Нина, мы не можем знать, как это могло быть. Ничего не можем изменить. Мы только можем беречь и ценить то, что у нас есть. У тебя любимый сын, но я уже не стареющий, одинокий вдовец. У меня теперь есть ради кого жить, кому отдать нерастраченную любовь. Услышать, как меня зовут папа, дедушка. Нина, милая, прости ее. Нам всем нужно оставить прошлое позади и жить дальше. Согласна. Только вот прошлое меня преследует в кошмарных снах. Давай вместе уедем куда-нибудь, а? Далеко и навсегда. Нет. Я уже давно поняла, что сбегать – это не выход. Надо как-то справиться с этим самой.
А маму я давно простила, я прекрасно понимаю, чего ей стоила эта тайна. Чё, ещё не ложились? Обалдеть. Дед, слушай. Mm-hmm. Мама говорила, у меня завтра соревнования. Ты же все равно допоздна на работе. Может, вы с баб придете за меня поболеть? Ты еще спрашиваешь? Да мы завтра порвем эти трибуны в клочья. Здравствуйте. Это мама Кирилла, Нина Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Ваш Кирилл замечательный мальчик. Спасибо. Мы сюда по-быстрому. Мне нужна была справка для соревнований. А папа к своему хирургу с носом приехал. Кирилл говорил, что вы тут работаете. Крутой центр. Тесен мир. Так мы, оказывается, с вами земляки. Вы извините, мы опаздываем. Леночка. Я сегодня пойду на велогонки за Кирюху болеть. Он обязательно победит. Вот видите. Значит, мне не показалось. Мы с вами действительно где-то встречались. Вот только вспомнить бы, где и когда. Поехали. Я вам напомню позже. Буду ждать с нетерпением, красавица. Заинтриговала. Я поверить не могу, что ты не рассказала Олегу о том, что приходила эта Мегера его и устроила здесь вакханалию. Какой смысл расстраивать его? Она только этого и хотела. Да. Еще неизвестно, что она Грачеву про тебя накатала. У нас ведется аудиозапись, поэтому правда на моей стороне. Нин, ты не знаешь этот контингент. Грачев тот еще гусь. Мог бы хоть поставить на место эту мымру. Бог с ними. Меня сейчас, если честно, больше всего волнует Кирилл и Лена. Что, если они влюбятся? Я не знаю, Нин. Может, его перевести в другую школу? А смысл? Что, он не сможет видеться с ней вне школы? В свободное время? Ну да, ты права. Я думаю, что стоит рассказать правду. Нет. Он подросток. Перевпечатлится, наделает глупости. Ну, а как по-другому? Есть один способ. Так.
Нина, я надеюсь, ты не собираешься идти к Квашнину? Нина? Нина Александровна, вас Грачев вызывает. Да, иду. Понеслась. Давай. Это неправда. Ну да, я сделала замечание пациентке, но в достаточно корректной форме. И доктор Петровский, и аудиозаписи это подтвердят. Я знаю, я уже говорил с Петровским. Но есть жалоба, и она зарегистрирована. Я не могу положить ее под сукно. Будет скандал, а скандалы, сами знаете, чем чреваты. То есть вы хотите сказать, что, зная о моей невиновности, вы меня все равно хотите наказать? Уволить. Нина Александровна, я намерен вас уволить. К моему большому сожалению. Вы же не можете увольнять сотрудников из-за каждой скандальной пациентки. Она не просто скандальная. Я навел справки. Ее отец очень влиятельный в городе бизнесмен. Если эта дама захочет устроить нам неприятности, она это сделает. А судя по всему, она захочет. Будет скандал, это недопустимо для нашей клиники. Мы потеряем клиентов. Петровский, кстати говоря, полностью разделяет мои опасения. Ну, вот как? Понятно. Нина, вы очень ценный сотрудник. Я очень не хотел бы вас терять. Поэтому я предлагаю вам сейчас подписать заявление по обоюдному согласию сторон, а позже, когда все уляжется, возьмем вас обратно. Сколько мне придется ждать? Месяц? Два? Больше? Не могу сказать, но это пока все, что я могу для вас сделать. Вот здесь все готово, заявление по обоюдному согласию. Вам нужно только подписать. Я могу идти? Да, конечно, не смею вас больше задерживать. Поймите, Нина, вы всего лишь средний медицинский персонал. Для вас не проблема найти работу. А для хирурга репутация – это все. Одно неловкое движение и крест на карьере. Подписала, не волнуйтесь. Всего доброго, счастливо оставаться. Нин. Спасибо. Скажите, если не секрет, кому или чему вы посвящаете свою победу? Моей маме, Нине Александровне Лигачевой. Если бы не она, ничего этого бы не было. Молодец! 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 Это что, правда? Это правда, что мне сейчас девочки из регистратуры сказали? Нин? Да, правда. И что, ты ничего не будешь делать? Они не имеют права просто так взять тебя и уволить. Если надо, мы в суд пойдем. Нельзя вот так вот просто взять и сдаться. Так, ну,
Ну, все понятно. Я сама иду к Грачеву. Не надо никуда идти, я уже подписала заявление. Ты что, серьезно? Нин, ну вот и глупая. Надо было хотя бы со мной посоветоваться. Вот куда сейчас ты пойдешь, а? Куда? В областную на две ставки? Ты же сама знаешь, что такая работа на дороге не валяется. Грачев обещал взять меня обратно через какое-то время. Пожалуйста. Грачев трус и перестраховщик. Вернет он тебя. Конечно. Держи карман шире. Так, ты сейчас звонишь своему Олегу, говоришь, чтобы он поставил на место эту Мымру. Если она отзовет жалобу, тогда мы хорошенечко сможем прижать Грачева. Давай, звони. Нет, я не буду никому звонить, никого прижимать. И ты, пожалуйста, не волнуйся, тебе сейчас нельзя волноваться. Ну да, конечно, тебе легко сказать. А что мне прикажешь? Сидеть и смотреть, как ты ломаешь свою жизнь? Я не ломаю свою жизнь, а спасаю. Поверь, у меня все только начинается. Запись в трудовой есть, осталось только печать поставить. Вы меня подождете минуточку? Конечно. Возьмите. Всего вам хорошего. Спасибо. Пока. Добрый день. Да, здравствуйте. А вы могли бы пригласить Нину Легачеву? А она уволилась. Как уволилась? Ушла только что, вы разминулись. А вы, наверное, есть тот самый Олег. Бахилы, пожалуйста, оденьте. Отнеси, пожалуйста, в приемную. Я Люба, подруга Нины. И мне есть кое-что вам рассказать. Только вы все-таки наденьте. Обязательно, да? Угу. В общем, увольнение Нины – это заслуга вашей жены, Олег. Что? А при чем здесь Катя? Ну, она пришла сюда и устроила скандал на ровном месте. Написала на Нину донос, и все, человек свободен. Нет, Катя у меня, конечно, человек экзальтированный, но не до такой же степени. Ну, послушайте, за что купила, за то и продаю. У нас, кстати, во время приема ведется аудиозапись. И все записи есть, можно у охраны попросить ключи. Я не понимаю, почему Нина мне ничего не сказала. Ни про Катю, ни про увольнение. Неужели человек мне настолько не доверяет? Если бы. Послушайте, она просто не хотела, чтобы вы волновались. Это же Нина. Она сама в лепешку разобьется, но сделает так, чтобы всем было хорошо. Ну да. Глупенькая. Такую работу потеряла. И было бы из-за кого. Я восстановлю ее на должность. Обещаю. О, Олег, подождите, пожалуйста. Вы только не обижайте Нину. Вы ей не безразличны. Если вдруг вам что-то не нравится или что-то не устраивает, просто оставьте ее в покое. Она не переживет еще одно предательство. Я знаю. Я дозвониться ей не могу, она трубку не берет. Если вдруг она появится, пожалуйста, сообщите мне. Это очень важно. Хорошо. Спасибо. Привет, Кать, ты дома? Привет, милый. Как же я рада, что ты наконец вспомнил обо мне. Нет, я не дома. Я к папе в офис приехала. Между прочим, устраиваться на работу. Ну, для тебя найдется минутка, так и быть. А он в курсе, что ему такое счастье привалило?
Очень смешно. Между прочим, я вообще рассчитывала, что ты меня похвалишь. Я похвалю. Сейчас приеду, так похвалю, мало не покажется. Ну, до встречи, милый. Валерий Борисович, Трегачева, да, медсестра. Я бы хотела с вами увидеться прямо сейчас, возле вашего дома. Да, мы же с вами практически соседи. Ничего, я подожду. Здравствуйте, Игорь Андреевич. Разрешите? Здравствуй, Олег. Не ожидал. С чем пожаловал? Можно? Пап, Олег, ко мне. Мы можем пройти в комнату переговоров. Там же свободно. Ну зачем куда-то идти? Можем и здесь поговорить. У нас же нет никаких секретов от Игоря Дмитриевича. Я присяду. Ты сегодня же пойдешь в клинику и заберешь бумажку, которую накатала на Нину Легачеву. На любовницу твою. Уже нажаловалась? Она ни слова не сказала ни о тебе, ни о твоей выходке. Представляешь? Потому что она человек порядочный. И она мне не любовница. Да ладно, что ты оправдываешься? Я же без претензий. Теперь мы с тобой квиты и можем начать отношения с чистого листа. Ты с чистого листа, Катя, будешь начинать свою жизнь в соцсетях, когда я обнародую аудиозапись с твоей истерикой. Представь себе заголовки в СМИ. Дочь влиятельного бизнесмена ведет себя как базарная торговка и унижает медработника. Ты не посмеешь. А после этого будет иск о клевете, из-за которой уволили ни в чем не повинного человека. Угу. Извините, Игорь Ильич, я не хотел до этого опускаться, но ваша дочь не оставляет мне другого выбора. Я тебя услышал, Олег. Славно. Да, и последнее. Я не буду ждать месяц. Завтра же пойдем в суд и оформим развод. О времени я сообщу дополнительно. Всего доброго. Еще раз извините. Катя, я жду объяснений. Папа, да я бы этой выдре сама бы все волосы повыдергивала. Но ты меня учил действовать не по велению эмоций, а с холодным умом и расчетом. Но здесь, видимо, что-то пошло не так. Катя, в этой истине ключевое слово – умом. Интриги – это не твое. Оставь Олега и эту женщину в покое. Не то что. Не то я заблокирую твой счет в банке. Как вижу, в твоем случае другие аргументы не действуют. Блокируй на здоровье. Между прочим, я к тебе сегодня на работу пришла устраиваться. Или ты зарплату мне не намерен платить? Уже оформилась? Ну, нет, я же с тобой должна посоветоваться. Вот тебе мой совет. Пойдешь курьером или в клининг. Выбирай. Ты издеваешься надо мной, да? Нет, я абсолютно серьезно. Справишься, поднимем вопрос о твоем карьерном росте. Юлечка, соедините меня с отделом кадров. Красавица, может, по кофейку, а? Давай прокатимся. Я уже однажды с вами прокатилась. Неужели вы меня совсем не помните? Нет, что-то не припоминаю. Во всяком случае, пока. За окном притаилась ночь. Сутулятся в банах.
А ты изменилась. Не узнать. Я не просто изменилась. Я с тех пор другой человек. И все равно. Давай прокатимся, а? Здравствуйте. Молодой человек, опять вы? Что, Бахилов? Да. Помню. Олег. О, Люба. Здравствуйте. Здрасте. А по поводу Нины. Хотел сказать вам, что все будет в порядке, ее восстановят на работе, я прослежу за этим. Можете ей так и передать, что все будет хорошо. Да, я бы с радостью передала, но Нина не отвечает на мои звонки и... Мне это не очень нравится. Так, а может быть, вы знаете, куда она могла пойти? Да, я догадываюсь, но очень надеюсь, что ошибаюсь. Вы думаете, ей грозит опасность? Я сейчас. Вот так. Так. Подождите меня, я быстро. Минутку буду. А что вы узнали? Октябрьская 7. Поехали. Поехали, поехали. Теперь телефон вообще выключен. Кажется, со мной уже что-то такое было. Что, так понравилось, что решила повторить? Зачем пришла? Говори. Кирилл ваш сын. Кирилл? Какой Кирилл? Одноклассник вашей дочери. Он приходил к вам в гости, а вы ему еще оружие показывали. Стой, ты хочешь сказать, что тогда... Ты теперь решила меня шантажировать, да? Да я не собираюсь вам мстить. Просто хотела поговорить о детях. По какой-то несчастливой случайности они познакомились и подружились. А если они влюбятся друг в друга, я хочу это как-то предотвратить. Но пока не знаю, как. Зато я знаю. Нина здесь. Она была на этой машине в центре, я запомнила номера. Здравствуйте, а мы бы хотели поговорить с Валерием Борисовичем. Мы это кто? Мы это с работы.
Полчаса назад его уже срочно вызвали по работе. Вы там хоть договаривайтесь между собой, девушки. Совсем уже обнаглели. Значит, полчаса назад он забрал Нину, и они куда-то уехали. Осталось выяснить, куда. Так, я звоню Косте. Да, давай. Алло, Кость, привет. Можешь говорить? Это очень срочный вопрос жизни и смерти. Конечно, могу говорить. Слушаю. Кость, в общем, этот маньяк Квашнин, он куда-то вез Нину, и их телефоны не отвечают. Я понял. Значит, подключим ребят из постовой службы и дорожные камеры проверим. Вылезай. Люб, да не волнуйся. Ты сейчас где? На Октябрьской 7. А что? Ну, мне нужно одного гаврика родителям в руки сдать, я тоже подключусь. Давай. Эй, стой! Кто еще в курсе этой истории, а? Никто, я никому не говорила. Врешь, сука. Спасите меня. Разбежался. Один раз уже отпустил. Пожалел дуру молодую. Ведь знал, что от тебя прилететь может, а все равно отпустил. Надо было тебя прикопать там же. Ничего. Теперь я так не облажаюсь. Убьете меня. Какой же мой сын. Родственники заберут. Или в детдом отдадут. Не переживай. Один не останется. Зато так все проблемы одним махом. Как у нас все просто. А у умных всегда все просто. Это только дураки себе жизнь усложняют. И себе, и другим. Олег, да. Это Константин. Последний раз машина Квашнина была зафиксирована на окраине. На перекрестке Юбилейной и Челюскинцев. А что там за объекты за городом? Можешь по карте глянуть? Да уже там промзона. Ну и заброшенная стройка. Понял. Спасибо. Зачем ты опять появилась в моей жизни, а? Ну, взяла все пацана. Поехала, кто глаза глядят. Жили бы там себе тихо, мирно, как раньше. Я не могу, как раньше. Не получается. Ну, не получается. Так не получается. Это церковь. Недостроенная. Что? Эй! Ты сука! Смотри, дура-дурой, а за жизнь цепляешься. Нет!
Возражения есть? Нет, верно. Да, вот здесь вот подпись поставьте. Что, дальше меня посадят? Так а за что вас сажать? Потерпевший, он же подозреваемый, жив. Вы оборонялись, свидетель это подтверждает. Останетесь под подписку о невыезде до суда. Можете идти. А то этот адвокат ваш на весь отдел на уши поставит. Да, спасибо. Я жду Нину. Надо Кирилла забрать. Он в школе должен быть. Спасибо. Ага, пока. Как ты? Больно. Надо срочно поговорить с Кириллом. Пока этого не сделал, тут другой. Костя с Любой уже поехали за ним в школу. Тогда я еду домой. Я отвезу тебя. Спасибо. Я пойду с тобой. Хочу убедиться, что все будет в порядке. Хорошо, только у меня там родители. Ну, отлично. Заодно познакомимся. Аккуратно. Все хорошо, это Олег, он меня спас. Ниночка, мы не хотели паниковать раньше времени, но Кирилл... Что, Кирилл? Звонила Люба. Они его не забрали из школы, он убежал. В смысле убежал? Костя занимается поисками. Я тоже поеду. Нет, стоп, тихо, остановись, тебе лучше остаться. Тебе сказали, Кирилла уже ищут. Лучше подумай хорошенько, где он может быть. Да, господи, на велотреке, может быть. Я съезжу, потому что его не надо, пожалуйста, останься здесь, тебе лучше. Да я с ума сойду. А если он вернется? Телефона у тебя нет, он все равно не дозвонится. Милая, я приведу твоего сына. Обещаю. Спасибо. Спасибо вам, Олег. Боже, да. Господи, боже мой. Вам все хорошо. Привет. Опять вы? Чего вам надо? Ты должен поговорить с мамой. Без вас разберемся. Конечно, разберетесь. Я обещал привезти тебя домой. Ты очень нужен маме сейчас. У нее сегодня был тяжелый день. Я поверить не могу. Моей мамы и бате Лены... Они чуть не убили сегодня друг друга. У них что, какие-то старые терки? Вы
Понимаешь, давным-давно Ленин отец Квашнин совершил тяжелое преступление по отношению к твоей маме. Наказать его за это было невозможно. То, что произошло сегодня, появились последствия этого преступления. Я не понимаю. Она что, мстила ему за что-то? Нет, не мстила, скорее защищала. Кого защищала? Тебя. Нет. Вы хотите сказать, что батя Лены мою маму? Но почему она раньше ничего не говорила? Почему в полицию не пошла? Зачем было доводить сюда такого трэша? А Лена, с ней теперь как? Кирилл, ты уже взрослый человек. Ты должен понимать, все, что делает твоя мама, правильно это или неправильно, хорошо или плохо, она все делает ради тебя. Она старается ради тебя. Лена, когда-нибудь она все поймет. Но сейчас ты нужен своей маме. Поэтому собирай свою волю в кулак и поехали домой. Хорошо. Спасибо, Саша. Доченька. Да. Я тебе заварила чай с травками. Спасибо. Сможешь выпить? Угу. Осторожно. Тихо. Ай! Прости. Все, прекрати плакать. Ты иначе я тоже буду реветь. Не, не плачь, тебе нельзя. Вот именно. Мне нельзя. Нина! Мама! Сыночек мой! Боже мой, спасибо вам, Олег! Любимый! Спасибо! Спасибо! Не за что. Лен, привет. Лен, подожди, пожалуйста. Послушай, ну, почему ты перевелась в другую школу? Не вижу смысла. А я не вижу смысла больше с тобой общаться. Почему мы не можем общаться? Что изменилось, кроме того, что я твой брат? Ты не понимаешь, как это жить с тем, что твой отец преступник, насильник, что он в тюрьме сидит. Нам с мамой теперь очень тяжело. Моей маме тоже не сладко пришлось. Но она справилась и не озлобилась. Лен, мы с тобой ни в чем не виноваты. Почему мы должны быть чужими и ненавидеть друг друга? Какая ненависть, Кирилл. Мне просто очень больно. Я очень скучаю по нашей школе. И по тебе тоже. Так я, вот он. Никуда не делся. Мы можем дальше общаться, гулять, разговаривать о музыке, о спорте. С днем рождения тебе, кстати. Это же моя любимая группа. Фанзона. Спасибо тебе, Кирилл. Я рада, что ты вернулся. Придете через 2 дня, Малютин. Спасибо, доктор. А когда ваша смена? Я к вам хочу попасть. Через 2 дня буду как раз. Нина Александровна, руки капец золотые. Да, Нина Александровна, медик по призванию. Приходите через 2 дня после обеда. Понял. Спасибо, до свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам.
Ольга Платоновна, за добрые слова. Мне очень приятно. Да на здоровье. Добрые слова – единственная у нас возможная форма поощрения. Ты же знаешь. Но я была уверена, что ты вернешься. Ты же ненормальная. Ну, в хорошем смысле этого слова. Не всякая женщина будет возиться с привычным вывихом вышибалы. За час до росписи в ЗАГСе с мужчиной своей мечты. Да? Как это за час? За час. Ты на часы посмотри. Господи. Шагом марш переодеваться. Да. Ну и что? И где там Нина? Может, я за ней сбегаю? А то ее, знаю, она до конца своих покалеченных латать будет. Да не переживай, мы все успеем. Нин, туфли забыла! Ты Золушка моя! Мам, ты такая красивая! Ну что стоим? Поехали! Поехали! Аккуратно! Играем непридуманные нами роли. А как хочется бежать порою по дождем, по росе пройдет с тобою босиком, забывая про реальность наших лет, встречать рассвет. И от смеха повалившись на траву, жадно пить с тобою небо синеву, нарушая тайну ночи, тишину шептать люблю. Кто сказал, что в жизни есть на все ответ? Кто? Кто знает, что должно быть, а что нет?